Ребят, всем привет. Мы, в общем, здесь по делам ездили и заехали в парк прогуляться, что-то сказать. Ну, не тепло, солнце светит, но ветер вообще холодный. Всех поздравляю с 1 мая. Мир труда. Всем всего хорошего. Самое главное. Я в шапке, в капюшоне, очки одела, чтобы от солнца. Ну, прохладновато. Тут пофотографировались, еще не дошли туда, где всякие карусельки. Пойдем мы назад. Там машина у нас стоит. А что это вот так делать? Да ничего, кажется. А мы уже дома, нагулялись в парке. Заехали еще в Ленту и в Леруа Мерлен. Мне иногда хочется вот такой вот газировки или колы. В общем, в определенные женские дни вот эту вот химию хочется. Также взяла вот такой вот... кондиционер для белья ABS. Он турецкий. Я и читала на него отзывы. Вот такая вот крышечка здесь. Лёша уже, ну, разогревает покушать. Вот взяла вот такой вот. Классно пахнет. Сейчас вот полотенце закинула домашнее постирать. Так, что мы взяли? Взяли салат сельдь. А почему тут написано сельдь под шубой? Сельдь под шубой написано. Может, она почитала нам, как сельдь под шубой? Тут 31. Ну, что, обманулась. Так, получается, салат столичный, тоже какой-то тут. И по-моему, гнездо глухаря. Вот этот вот. Потом вот такой вот творожник. Дальше сухарики, три шоколадки, вот такая, такая и вот такая вот. Так, дальше я еще тут, ну, маленько конфет взвешивала. Это у нас Победа вкуса, Мишки в лесу. Тут буквально, ну, 5 конфеток я взяла. Дальше хлеб, что-то типа бородинского, многозерновой, вот такой вот. И болгарский перец на 85 рублей, ну, небольшенький. Так, и в Леруа Мерлен еще мы взяли вот такую вот штуку. Это, в общем, мазать швы на плитке. И также грунт здесь еще.